Всем здорово. Сегодня 15 утро. Я дежурил. Иду домой. Снегопад у нас. Снег валит. Сейчас покажу. Ой, как снег валит. Здесь вот сугробы такие. Собачьи следы позаметало. Вот такой вот первый у меня выходной сегодня. Еще завтра отдохнем и выйдем на работу заниматься вот этим трактором. Шеф сказал, и будем заниматься. Город еще спит, они спят уже, кто дороги чистит. Вон сугробы какие. Во. Столько намело за ночь. Ну хорошо, хоть мороз не сильный. Движение уже есть в городе. Дороги чистят. Вот так тут запечатало. Я тут прочистил уже до угольника. О, даже сколько тут? 5 градусов, по-моему, да? Да, 5 градусов. Надо будет сейчас здесь прочистить тропинку, чтобы... Там пока трактор в одну сторону прошел, надо будет снег выкидать на дорогу, чтобы он в другую сторону, когда прошел, убрал. Все. Успеть до этого момента, короче, почистить тропинку. Вот такая вот у меня лопата. Ну, я тут еще под дом, под фундамент подкидываю, чтобы тепло сохранилось. А то, что за калиткой, уже туда на дорогу. Ну все, тропинку прочистил. Там до асфальта. Все. Нормально. Все, пошел домой. Печку топить. Вот с правой стороны плохо видно. Вот. Вот оно. Потом солнце. И вот еще вот круг идет. Вот так. В морозы очень хорошо видать. Вышел я в такую непогоду. Сходить в парикмахерскую решил. Пока выходной. Надо это дело решить. А то потом некогда будет. И все. Буду опять лохматый, мохнатый. Погода у нас вот такая. Здесь занимаются расчисткой дорог. Вот этот белорусик, он расчищает чисто перекрестки. А кировцы проходят по дорогам. Они проходят, прочищают туда, потом назад. А он чисто перекрестки чистит. Вроде одна парикмахерская открыта. Сейчас зайду, спрошу, постригут, нет. Это в центре, сразу за мечетью. Оказывается, не один я такой. В такую погоду решил постричься. Там сейчас парнишку подстригают. И еще, говорит, женщина в очереди. Так что я пройду по городу, еще посмотрю, может, где меньше очереди, или вообще, может, нету. Неохота сидеть в очередях. Сюда зашел. Сказали, Каспи, расчет нету. Чисто наличка. А у меня налички сейчас нет с собой. Так что идем дальше.
там ребята снег чистят. Везде чистят снег. Везде, и там вот чистят тоже. Вот так вот центр выглядит наш. Метет, метет, конкретно метет. Вот еще здесь есть, по-моему, парикмахерская. И вот здесь напротив в магазине. Вот здесь. Да, зайдем посмотрим. Здесь это парикмахеров. Там их нету. Две парикмахерские вроде. Но что-то ни одной парикмахерской нету. Может позже. Ладно, дальше. Все, нашел я парикмахерскую. Вот здесь, в этой гостинице, есть парикмахерская. Каспи расчет есть. Постригся. Сейчас по площади пройду, да? Домой пойду. Печку топить. Здесь тоже трактор чистит тропинки, чтобы люди могли через парк проходить. Здесь брусчатка положена. Хорошо. Там туда дальше памятник стоит. Мама с ребеночком. А здесь другой памятник афганцам. Да, дальше не буду проходить, не прочистили еще. Лавочки тут есть. Стоят много лавочек. Там вон. Много-много. Сегодня на горке никого. Такую погоду детей не выпускают. Ну и правильно делают. Буран есть буран. Сейчас простынут, потом чем их лечить. Лучше до этого не доводить. Вон солнце еле-еле видно. Сегодня опять видел, как он называется, радуга, круг вокруг солнца. Как она называется, гало, по-моему, или ореол, не помню. Сегодня опять видел, а сейчас затянуло. Когда было прояснение, видел, а сейчас нет. Все, иду домой. Ну все, еще побриться, и все, как новая копейка. Вот так у нас метет. Еще и верховой снег идет.
Назира поехала. Ой, привет, привет. Пока-пока, да? Вон поехала. О. Во, все. Да я это снимаю. Она замерзла. Холодно, ветер холодный. Вот на золотой фазан приехали. Вот Оксаночка. Сейчас подождите. А что, девушка, она... Все, Данечка, вставай. Даник. Здрасте, еще раз. Здрасте. Данил. Где там наша малая? Вот она. Тихо-тихо, аккуратно. Аккуратно. Может, на среднюю пойдем? Держись!